мысль. Валюш, я пришел, мне бомж подарил вот эту обезьяну. Она была вся грязная, вся. Я пришел вот так, забросил ее в ванну. Понимаешь? А я не подумал последствия. И пошел дальше на улицу по делам. Валюш, дальше, как ты зашла в ванну? Расскажи. Я захожу в ванну, даже кому там плохо. Постояла, подумала. Закричала, караул. Не, не кричала. Ты думала, там сидит бог какой. Не кричала. Понимаешь ли? Ну, это что грязное было, господи, весь. Ты думала, бомж такой, за что? Нормально. Потом думаю, по-моему, это что-то такое.